Тысячи людей протестуют в столице Венгрии, Будапеште, против нового закона о труде и правлении премьер-министра Виктора Орбана. Граждане считают, что документ составлен с учетом интересов работодателей, а не простых людей. Что касается персоны Орбана, то и митингующие считают, что все это происходит именно с его подачи. И только он сам так не думает. Мы просто убрали дополнительные бюрократические преграды для тех, кто хочет больше работать и больше зарабатывать. Правительство выступает на стороне работников. Начавшиеся в прошлый четверг акции протеста с каждым днем набирают все новые обороты. Разгон демонстрантов полиции на местах с применением спецсредств пока что не приносит должных результатов. Это митинг не про тех, кто на чьей-либо стороне. Этот митинг конкретно про статус мирных граждан. Мы пережили многое. Думаю, с нас хватит. В течение 8 лет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан казался неоспоримым лидером. Но то, что происходит сейчас, это что-то новое, считают аналитики. Протестующие с середины прошлой недели каждую ночь собираются в центре Будапешта. Участники акции могут ознаменовать начало нового этапа венгерской политики, считают эксперты. Согласно опросам общественного мнения, наблюдается значительное количество недовольства среди граждан правительства. Когда вводятся изменения в закон, в череде волнений, негодование народа выходит на первый план, особенно когда новые правила и правительство противоречат их интересам. Это уже вторая по счету массовая акция недовольных. В апреле текущего года столичные жители уже выходили на улицы, выступая против контроля государства над средствами массовой информации. В этот раз требования людей – это не только отменить поправки в трудовом законодательстве, но и создать органы независимых судов и СМИ, а также позволить Европейской прокуратуре проверить деятельность венгерского правительства. Мерим Кубанычбек Кызы, Эльчибек Штобаев, новости Ошперим.